Как же здесь хорошо. Уехали подальше от города, от городской суеты. Вот, пригород, Подмосковье. Класс. Кайфушки. Всех люблю. Мы на отдыхе всей семьей. Вот, Леся заказала ушицу. Сейчас покажу. Так, Дима кушает солянку или борщик. Василиска у нас вот книжку читает. Вообще, вот так вот отдыхаем. Здорово, позже пойдем. Куда попозже пойдем? Смотри. Папа, Димуль, Василисочка, Дотя, куда мы скоро пойдем? У нас по процедуре. Да, в бассейн плавать, да? Пойдем отдыхать. Пойдем, точнее. Так, Василиска, я рыбку положила. Сейчас остужу супчик. Буду кормить тебя, доча. Будешь кушать у меня ушицу. Да. Мама цветочек. И Василиска цветочек. Вот, убаюкиваю нашу девочку. Доченька, засыпай. Баю-бай. Папа наш кушает. Приятного. Сейчас еще, кстати, морепродукты на чугунке принесут. Здорово. Давай, лапа, за нас. За что пьем? За нас. За тебя, за семью. Папочка наш идет. Ты будешь спать, доча? Давай, баю-бай. Не вставай. Не вставай, ложись, баюшки-баю. Так, супчик покушал, надо поспать. Давай тогда книжку с тобой прочитаем, давай. Давай, где Миша там? Где волк, лисичка, сестричка? Теремок. Да, зайчик. Да, моя девочка. Давай, открывай книжечку, будем читать. Потом спадки, обещаешь? Да. Папуль, смотри, что нам принесли. Вкуснятина, смотри, как вот морепродукты на чугунке. Ура! Ура! Такие счастливые. В общем, покушать мы любим. Если честно говоря, мы счастливы, потому что мы на отдыхе. Вместе.